Не объешься, а то лопнешь. Ну что, друзья, давайте поздравим Фокси с днем рождения. С днем рождения! С днем рождения! С днем рождения! У нашей Фокси сегодня день рождения. Ей исполняется 2 месяца. И пока Фокси играет, я хотела бы приготовить ей торт. Торт мы будем готовить не обычный, а кошачий. Украсим тортик мясными кусочками. И еще такими вот вкусными мясными хлопьями. Фокси! Фокси, иди сюда. Так как у Фокси день рождения, у нас для нее есть подарочек. Вот такая вот мышка. Это мышка непростая, мышка-кормушка. Сюда, внутрь, так она должна как-то открываться. Насыпается корм. Вот такая вот мышка. А чтобы достать корм, нужно постараться. Здесь сделаны вот такие вот отверстия. Так, ну что, пришла пора звать нашу именинницу. Стол готов, а ее нет. Смотри, Фокси, это подарочек тебе. Давай поставим туда 2 вот такие вот свечки. Фонтанчики. О, мышкой нужно играть, Фокси. Смотри. Смотри, мышка. Так, подожди, ушко. Во, теперь Фокси настоящая именинница. Давай, держи. Тоже хочешь подудеть? Ну что, Фокси, с днем рождения! Можешь кушать тортик свой. Вкусный. Не объешься, а то лопнешь. Ну что, друзья, давайте поздравим Фокси с днем рождения. С днем рождения! С днем рождения! Фокси! Фокси решила съесть свою праздничную шляпу. Непослушная кошка. Ну что, друзья, вот такой день рождения был у нашей кошечки. Ей исполнилось 2 месяца.
отправили ее очень вкусным тортиком. А игрушка, кажется, ей не понравилась. Пойдешь торт кушать, Фокси? Фокси! Ай! Фокси! Дай лапу. О, это не так! Дай лапу. Спасибо, молодец. Дай вторую. Ух ты, злюка какая, а? Ух ты, злюка, ты мелкая, злая, как собака.